часов, сколько или минут, сколько мы делаем. Ну, да. Ты сам на свое усмотрение сможешь это сделать? Вот знаешь, что сердце говорит? Вот просто писали. Вот Дарья даже от руки да, все писали. Но у нас не хватает терминологии правильной. Не хватает научной, да, профессиональной терминологии. Да. Мы, которые термины употребляем, они не катят в спорте. В общем, принято в этом диапазоне. Да, да. Так, теперь смотрите. Ну в принципе, да, вот мы уже перешли с двух ног на четвереньки, да, заходим. Сейчас пошли на четвереньках. Сейчас мы делаем акцент такой. Уже нас пригнуло, да, и начинаем, как крокодилы, двигаться. Пока еще такие крокодилы не очень крутые, начинаем передвигаться. Соответственно, это преддверие передвижения по-пластунски. Можно, смотрите, можно, чтобы усилить воздействие, можно сделать шире руки, и у нас грудная мышца будет, да, больше нагружаться. Но если я ручки сделаю уже, то мне будет попроще передвигаться. Двигаемся, ага. Так. Перешли на локотки, но ноги также. Ноги также у нас на ступнях. На локотках. На локотках. А? Все, что ли? На коленочках. Потихонечку. Суставчики. Ступни оторвали. Ладони оторвали. Чисто на суставах. Колени, локти. Колени, локти. Укрепили суставчики. Легли. Рукой к себе подтягиваем. Сворва, я тебя догнал. К себе подтягиваем. Мы руку как бы к груди тянем. Ну ты что? Голова не поднимается? Нет, голова. Простите. Мы как бы смотрим, желательно, чем вы распластаннее, чем распластаннее, тем лучше. Меньше попадут. Да. Незаметно будет. Ползем. Ползем. Ползем, ползем. Теперь руки за спину. Чё так? Девочки, если хотите, не делайте. Поехали. Поехали. Коленями помогаем. Потому что следующее действие мы не будем коленями помогать. Так, давайте. Не хочется новую футболочку марать? Да. Так, теперь коленочки остановились. Не двигаем, как будто бы ноги связанные. И чисто на плечах. Чисто на плечах. Ножки. Ножки стараемся прямо. Но бедра крутятся тоже. То есть мы бедра не крутим. Догоняю. Дышите, дыхание не сдерживайте. Теперь руки за спиной, чисто на тазу, как змейка. Чуть-чуть сделали, да? Теперь смотрите, как гусеница. Раз, 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 как гусенички. Оп, 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 оп. Как они там просто ползают. Как они там извиваются. Их там не много. Да, у них многоножки. Так, на спинку. На спинку. Ручки можно делать имитацию стрельбы, если хотим. Да. То есть мы как бы сюда, либо вот так можно прижать, как хотите. Но я предпочитаю все-таки, чтобы у нас, да, более приближены к действиям. Поехали. На лопатках ноги также не двигаем. На лопаточках, как змейка. Мелисев как полз, да, у нас? Ну, конечно, не прям так, но тоже. Кто? Мелисев. Садёк, хорош двух рук, с одной хотя бы попади. Он с двух сразу, по-пластунски. Ну, македонский, да, но все-таки, я думаю, обоюдная рука и техника у всех была. Просто граждан этих определили так. Русскую культуру не хотят помнить.
Ой, это кто там такой? Ой. Ноги, ноги. Так, хорошо сделали, да? Хорошо. Теперь начинаем делать аккуратненько. Делаем перекаты, кувырки. Ну, разрешайте спиной, головой, как хотите. Назад? И назад. И так. И боком. И боком. По-разному. По-разному. Сейчас вот заправить. Разголышался. По-разному, по-разному. Чем мне нравится жесткая поверхность? Тело обкатывается, да? И укрепляется. Себе. Зачем ты на пол, Ань? Смотри, что я делаю. Вот я хочу через это плечо, да, кувыркнуться. Я головой смотрю в эту сторону. А ты прям, получается, хотел... Ты что ты сидишь, иди катись. Иди, катись, катись. Прокатились, да? Хорошо. На коленочки встали. Пошли. На коленочках идем. Теперь сейчас будет тяжелое упражнение. Ножку одну взяли. На одной пока. На одной. Да, будет больно. Согласен. Чуть-чуть сделали. На другой. На другой. Даже помнишь, как колено восстанавливал, да? Да. И колено вырвали. Меня как-то позвали с собой айкидо. Ну, на семинар айкидо. И говорит, Серега, поехали там. Они этими, ну, мечами японскими, думаю, покажешь, как казаки делают. Ну и заодно несколько дней я жил там с этим айкидо. И вот у друга моего прием не очень получался. Я ему шепнул, я говорю, друг, как бы нормально сейчас все покажешь, там с Японии мастера приехали. И он мне показал прием, он мне вырвал ногу, колено, короче, сустав вырвал. Я провел еще там семинар, мне надо было операцию на колено делать. Сколько, 3 года назад было? Два. Я операцию не стал делать и сам восстанавливал. А заметил, что у меня нога не работает. Когда приседал, приседать. Начинаю на одной ноге же приседания такие пистолетками показать. А у меня проваливается. Бах, и вот так вот сустав. А у него сейчас две ноги разные, если посмотреть. Ну вот у меня сустав только вот так вылезает из чашечки. Я думаю, что там, блин, какая-то странная штука. Ну ничего, восстановил. А теперь взяли. Да, ой, поняли. Больно. Ну хотя бы постоять. Аккуратненько, аккуратненько. О, хорошо, легко. О, хорошо, да? О, хорошо. Я иногда задание даю, а сам думаю, ё-моё. Вообще такое задание дали. Ну, чуть-чуть, да. Я 2 шага. Все, хорош, да. Хорош. Мы молодцы. Дома, мы молодцы. На коврик можно, да. Так, молодцы. Давайте, пошли. О, как? Максима. Так же, сустав, смотрите, колени держим, в ручках суставчик держим, коленный сустав держим, чтобы у нас это, ну, крепим, как бы рычажками, аккуратненько идем, шаг это ладно, это еще хорошо, мы сейчас начнем прыгать, поехали. Оп, 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 коленечки держим, да, теперь ручки отпускаем и поехали. И разрешается еще вокруг своей оси крутиться. Оп, 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 оп. В одну сторону, в другую сторону. Спинку прямо, девчата. Спинку прямо. Встаем. Молодцы. На носочках. На носочках. Тянемся, тянемся. Нет, ножки прямые. Прям натянули ножки. Как струны. Как струны. На пяточках. Тоже натянули. Так. Одна на носочках, одна на пяточке. Неважно какая. Вот как нам, да? Вычленить из всех упражнений отдельно кардио сделать. Никак. А смысл? Стой, нету. Да. Наверное, знаешь, вот к этой культуре, если не призывают, это неправильно. Здесь и есть как раз плюс вот в этой взбалшенности, что ты можешь это непредсказуемо, да. Понимаешь?
а тебя призывают к порядку. Да, да. Вот это не надо делать, это не твое. А вот они хотят как раз, чтобы мы сделали все. Все правильно. Они тебя в шаблон загоняют, он тебе не нужен. С другой стороны, они готовы оплатить. Если так, да, будешь, ты проиграл. Это, нет, если я даже не, за это не, не хочу, да, об этом думать. Мы можем сами все сделать, ну, по идее. Но методически нам даже, ну, реально, такие, ну, серьезные люди говорят, записывай, вот все, что есть, записывай. А как тут записывать, если я, блин, слепой? Знаешь как, наверное, это. Любой человек нормальный, который понимает все это, он придет сам сюда, понимаешь? И будет пробовать. Попробует и потом решит. А так нельзя делать вот это. Ну, то, что они хотят, они да. хотят увидеть, да. проплатить это. Знаешь, это как называется? Это, а потом, может ну, быть, за... спрятать это все. Даже не спрятать, это нужно для пильная чего-то. Сторона, пильная сторона. Понимаешь, ну, там, для значимости, важности какой-то там для себя. Тема просто. Своя такая. Финансы сейчас большие выделяются в плане адаптивной физкультуры. Хотят вести это как адаптивное да, направление. Это очень полезная штука. Но мне многие, ну я с инвалид, ну как бы сам должен, сколько лет инвалид. Реально, ну это действенно. Тем более мы с ДЦП занимаемся, шизо, ну, с нездоровыми психическими людьми. То есть очень помогает. У нас ребята из шизофрении, они оружием крутят. То есть, кто их знали много лет, в шоке. Он говорит, как так? Знаешь как, наверное, в скором времени вот то, что ты делаешь, другие делают, да? Это войдет, как расширяться будет. И это сначала кажется дико, там кому-то будет не нравиться, понимаешь? А будет это, так вот, развиваться, и будет все это доступно людям. Один попробует другой, и это будет на уровне подсознательного происходить, понимаешь? Это нормально, это вот мы сколько читаем везде, это как раз и объясняется, что люди уже это знают. Все, что да, даешь, конечно, у нас это да. есть. Конечно, конечно. Это с помощью этих действий мы же и вот эту родовую память. А здесь, да, да. Ты сейчас просто-напросто на этих людей не смотри. Да, да, да. Все, что нужно сделать, тебе придет само. Понимаешь? Все, у тебя уже есть. Идем и пальцем. Так, продолжай так же говорить. Пальчиками этот пол пытаемся поймать как пальцами. И теперь включаем, давайте ручки еще. То есть руками, да? Как будто что-то сжимаем. Как будто сжимаем. И пальцами ног тоже сжимаем. Классное действие, сейчас проси перебил, к траву рвать ногами. Так бах, и траву много-много рвем. Слушай, ты целый день где-то работаешь в больнице? Не в больнице. Ну, проводим занятия с пенсионерами, ну, там несколько раз в неделю. На Брянске. Там, кстати, тоже пища жизни иногда устраивают праздник. Там. Брянск, целый Саратов. Не, у нас вот здесь. А на стороне маленькая улица, да. За Полтавской. Это кирпичные. Да, точно. Апельсины, я помню, как раз привозили, там всякие фрукты. Если не ошибаюсь, пища жизни, потому что кого-то других я это, ну, не знаю. Ну и так, служебная деятельность. Скажем так, моя деятельность заключается в помощь людям юридическая, психологическая. То есть не могу сказать, как, простите, но... Некое есть у меня обязательство, да, неразглашение. Вот, ну и плюс, так вообще, семейные же только. Службу, в общем, одним словом. Ручками делаем, как бы пытаемся, да, ручками жать ножками. А они теперь... не хотят вместе. А теп... а? Они вместе не хотят. А теперь смотрите, мы движемся и создаем давление, как бы бах, я проминаю. Да. Я перебил это. Прости, что мысль там не сорвалась, не убежала? Да нет, я просто Тома тише сейчас рассказал. А это, в принципе, надо просто это не 5 минут, это все интересно. Надо просто садиться, ну, как бы, можно в процессе, да, вот выходим, ну, если сумеешь. А так-то, в принципе, тогда концепция, концептуалка, да? И плюс ты закрепляешь это все на философии определенной. И все. Все, что известно, оно уже известно. Конечно. Вот, поэтому ты правильно обращаешься там, ну, как бы сказать, все есть первоисточник, да, просто. Первоисточник, чем ты дальше, тем лучше. Но не факт, что мы до него, ну, дойдем. Я вот прошу. И насколько нас хватит, там, у всех, ну, это, наверное, мессия определенно. Все есть брахма. Да, в принципе. И дай бог, чтобы это каждый выложился. Знаешь, в чем плюс? Коллективность. Да. Каждый вносит сюда свою лепту. По чуть-чуть. Кто-то вот в этом, кто-то вот в этом, понимаешь, это как большая семья. А вообще это дружина, да? Все дружина, кто-то. Конечно. Вот это дружба. Почему наша дружина, она же это войско, дружина, это разница. Друзья собираются и встают в круг, да, просто. Вот и все. И с такими очень тяжело. Они друг друга страхуют, жизнь друг за друга отдают, понимаешь?
Круговая порука в хорошем смысле этого слова. Да, она так и должна быть. Кто криптом взяли, то сковеркали. А кто коверкает, это есть сила определенная. Вот и все. Просто. И мы должны это понимать. Натянулись. Тя, пробуем. Пробуем обязательно. Как только пальчиками будет, чат у нас, смотри, как, да? У нас все там. Просто вопрос именно в официальности. Требуют от нас, грубо говоря, методичку, потому что смотрят, видят, что это реально действенно, но по идее, по факту, вот то, чем мы сейчас здесь занимаемся, и когда сюда приходят к нам те же инвалиды, мы не имеем права вообще их трогать. Если, вы нарушаете правила. Да. Нарушайте. Поняла? Да. Вам надо нарушать, потому что если вы будете действовать теми шаблонами, которые они вам дали, вы превратитесь просто в биороботов. Вы будете их устраивать для себя. Вы не будете давать то знание, которое даете, поняли? Пожалуйста, стой секунду. Руку через горло. Не вот так, а вот так. Ага. Да. Все, дальше разговариваем. Просто никто не говорит о том, что когда будет готова методичка, к примеру, да, и там написана какая-то определенная система для тех, кто хочет заниматься именно по этой методике, там сам лично, либо это где-то в учреждении каких-то будет проводиться. И тоже не говорю, что мы не будем этим заниматься. Просто это станет, ну, как грубо говоря, официальным и на законодательном до уровня. И к нам, если не будут обращаться за помощью, мы им реально сможем помочь комплексно и вот, знаешь, всецело. Знаешь, я тебе объясню. Есть такая вещь, да, медицина, да? Да. Официально? А знахари? Да. Знахари, да? Бабушки, я вот эти. Они же не официально. Да. Понимаешь? Вот вы этот уровень занимаете другой просто, понимаешь? Просто. Поэтому, когда вы должны быть готовы осознать себя. Вы себя еще не осознаете. Вас превращают в тех идиотов, которые, ну как бы объяснить, они не идиоты, но они действуют в рамках государства, правил. Академическая. Вот понимаешь, да. Это в принципе то, что ортодоксы. Вы в ортодоксальной не лезьте. Нет, не то, что не лезьте, оно вам вас хотят сделать такими, как все. Понимаешь, просто? Но вы не как все. Вот в этом и заключается ваше преимущество. А вы нас, ну как вот, вы потеряете это преимущество, если превратитесь в тех, ну, как все. С вами будет неинтересно. Все. Вы возьмете свой кусок и превратитесь в то существо, которое от вас хотели, понимаешь? Вот и все. А вам надо быть персонально. У вас здесь свое таинство, как таковое, да, но оно не таинство. Оно для определенных людей будет здесь. Ну, те, кто хочет это, понимаешь? Подкачество дает. Бесшумно. Еще такую вот поправку можно сделать? У нас подмена даже понятия, да, произошла. Да. Традиционную медицину сейчас называют нетрадиционной, а медицина, которая внесенная, научная, ее называют традиционной. У нас вообще сама медицина по себе наложенная, как бы, да, ее просто, ну, специально сформулировали так, чтобы нас сделать, ну, идиотами. Шея аккуратно. И да, дальше разговариваем аккуратно. Стараемся прям, смотрите, подбородок до плеча. Аккуратно, без фанатизма. Спинку прямо, не вот так вот не загибаем голову, да? Прямо должно, да. Да. Денис вот тогда мне проправил кости, блин, вообще обалденно. Денис, да? Да, музыка. Да. И еще этот, у нас же есть вот позвонок первый, он постоянно что-то, мне тем более со сломанной этой. Мне тоже, ну, он прям бах, вообще класс. Можно самим сделать, вот на этом воротнике. Да. Паравил, еще есть специальный воротник, он его называет глиссом, да, но это вообще все петли. Дед называл это петли. Даже правил его не называл, это петли. Мы на петлях там висели, но их можно растягивать, а вот нам, детям, нельзя было это делать. Иначе, говорит, энергия начинает разрывать. Аж от силы. За счет этого? У нас здесь вот висели правила, внизу висели там. Сейчас пока не видно. Это же тебе, да? Ой, вообще, освобождение такой нереальный. Дурь прям начинает. Бах. Ну, в хорошем, опять же, смысле дурь. Алексей подписывает сюда книгу «Сокровища моря». И это, волчья хват. Аккуратненько. Ой, хрустнуло хорошо. А ну, в принципе, у всех все, старобрядцы, как таковые, да, которые живут в этих поселениях, у них у всех присутствуют и правила, и всякие тренажерки определенные, да, вот такие мы читаем, ученые, поморов, просто. И вообще это как бы должно быть, ну, прерогатива каждого человека, ну, вообще, переселиться в дом, я считаю, да. И жить в доме, и иметь спортзал, просто, например, баню и спортзал, обязательно. Ручки. Не стесняемся, выкручиваем. Слушай, просто сейчас я думаю, у Дениса же мех, кто контролирует этих ментов, да? Его жена работает здесь, в медицинском училище. Она директор, она все.
всем все здесь направляет, все делает. Они как бы два основных в Саратовской области. Он, может быть, как-то через лавитку она и сейчас делает. А что надо сделать? Чтобы их как-то зарегистрировать? Как-то официально на какие-то ставить. Чтобы надо организацию, чтобы вот подумать через них, чтобы они, может, как-то озвучить свою методику, как-то назвались, свой патент какой-то там, чтобы они официальные были. Ну, это немножко мы, знаешь, как бы объяснить. Я сейчас скажу проще, да, таким людям это не нужно, они это расценят неправильно. Надо самим это сделать, самим, в нас как-то самовыражаться. Надо идти своим путем, а за счет, вот, понимаешь, ты что хочешь? Ты хочешь от дегенератов, чтобы они правильно, они не сделают. Они все испортят, я понял, что ты хотел, но у них нет этого, понимаешь? Они наложат как век определенный, понимаешь? Только толчок, вот надо попробовать самим. Я же тоже сейчас вот думаю, да, сказал насчет этого помещения. Но я сразу говорю, что, ну, надо неправильно немножко делать, надо сделать самим. Взять просто уже как бы помещение подыскать и начинать складываться всем. Ну, нормальных людей подтянуть просто-напросто. И за счет вот каждый, по чуть-чуть мы сформируем, как бы, определенное такое, ну, видение и определенный коллектив, который будет просто, ну, работать как машина. Каждый будет заниматься своим делом просто. Чатом. Тебе на плечи. Это на плечи? На плечи, да. А, на плечи. Аня? Ну давай, Аня, палочку. На плечи. На оба плеча. Все, перестаем, ставим по кругу. Перестаем ходить, ставим по кругу. Да, ставим по кругу. Давай вот так. Потом еще сдали поменяешься. На плечи поставим. Тяжелее? Он тяжелее, конечно, ладно, он шест. А то я тогда пожалела, говорю, Ань, возьми вот эту куколку металлическую, гранатную, как бревно, я ее сама поднять не смогу. Малыша? Он малыш, нет. Так, спинку прямо, руки на плечиках. Нормально? А, грудь вывели, спинку прямо и начинаем. Раз, два, три. Потом удари, если что, покроешь, она сейчас поделает. Четыре. Раз. Два. Три. У нас еще бревна там внизу есть. Надо просто их тряпочками где-то обмотать. Докажу. Снег. О, хорошо. Оп. 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 Ты что с таким кистым мимикой? Тебе дать? Поленце? Бревнышко? А то давай сейчас это. Или несколько палок. Да это... Давай тебе это, а ты ей то, да? Тихо. Выдержишь? Да. Уже не тяжелее. Рука сразу. Балку бросай смелее. Все, спинку прямо. Все, мы сразу выравниваем, отцентровываем. Да. Я буду показывать, как бы действие, да? Повторяем. Так, раз, два. Тихо, от стены отойди. Отцентруй ровненько. Прямо, да? Отцентровали. Раз, два, да? Что такое, больно? Плечо, да. Ну давай, забрать, ты с палки можешь побудь поделать? Нет, сейчас много. Нормально? Да. Теперь смотрите. А, спинку прямо вперед. Наклонились и поехали. Такие же вращения. Два, три, четыре. Руки пошире сделали. Да. Вот не на шею надо положить. Не на шею, на плечи, есть? Конечно. Конечно, на плечи. То есть, вот так. У вас получается да. Как гриф. Да, протянется, да. Да. На шею недолго, позвонок не делаем, да. А мы на шею положим, да? Ну, здесь больше на плечах, ну так как коромысло, да, как выносили, оно же вот так вот носилось. Спинку прямо опять у нас на плечах. Раз. Два. Да, батька, не просто это. Раз. Нет, тебе не верю. Три, да? Три, четыре. Теперь закинулись чуть. Вот так вот. Раз. Конечно. Два. Три. Четыре. Нормально держишь? Нормально. Ну, кто устает, передохнули. Если чувствуете, да,
передохнули, как комплекс, потому что потом будет такое движение. Вот такое. Мне еще коротковатое. Вот такое. Давай, а это просто они тяжелее, я бы девчатам дал, они тяжелее. Хорошо, сделали? Ну, не сделали еще. Не сделали? Давайте тогда вот так на ручки положили. Сейчас на плечо, крути на одно плечо, крути, руку одну убирай, крути на плечо. А в себя, нет, руку убери спокойно, ну все, вот здесь принимаешь, та-та-та-та-та, есть. Взяли? Все так же, ручки. Положили, вот она, стоечка у нас, да? Рабочий поднимай нормально. Вот. И поехали все тоже. Раз, два, три, четыре. Раз, не мешаем друг другу. Не мешаем. Они... Никакой тренажерный зал. Вообще. Нет, конечно, все здесь. Три, четыре, конечно. Можно с маленькой куколкой работать, можно побольше бревном. Куколка потяжелее? Да. Ну, куколка это вот и в полевце. Как-то называют, да, ласково, так что как с лялькой с ней играешь. Бывает часами носишь, да, крутишь ее, но ее ронять нельзя. Дай бог. Устала? Устала? Поменяемся? Так, сделали, да? Теперь смотрите, все так же, наклон вперед, спинку прямо, так же поехали. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И теперь так же, чуть-чуть прогибик. Раз, два. Боковые мышцы живота работают. Четыре. Спинка. Раз, два, три, четыре. Стоим. Поставили аккуратно. То есть, да, аккуратненько поставили. Ручку поставили. Да. Все, терпимо. Поставил ручку, Аня. Отдыхаем. Отдыхаем. Ну ладно, я сейчас это полупердил. Держим, да? Руками взяли. Выглядит. Слышится, верно. Взяли вот так вот, вот сбоку, да? И начинаем присаживаться потихоньку, по миллиметрику. И руки вниз доводим. Не торопимся, присядочку, не торопимся, друзья мои. Я знаю, легко сесть. Спинку прямо. Потихонечку присаживаемся. Присаживаемся, не торопимся. Не торопимся. Не-не-не-не-не-не, до конца, да-да-да, не торопимся. Не торопимся. Тихо-тихо, рано-рано-рано-рано-рано сели. Выдохнули. А тут был дышать, да? И теперь также потихонечку начинаем как бы вставать. Не торопимся. Не торопимся. Не торопимся. Хорошее упражнение. Не торопимся. Это волевые, да, дед называл, волевая гимнастика. На выносливость, да? Да. Жилы очень прям чувствуется, да, как ток. По идее, надо 8 раз туда. Вообще 8 в моей жизни, 8 цифр очень сакральная, такая имеет большой смысл. И бесконечность. Потому что у нас даже 8 сторон света. У нас есть категории крови. 10. Ну, 10 как бы. Да, согласен. Еще две, которые идут туда и туда. Группы крови, подгруппы, да, есть крови, их тоже 8 штук. Есть 8 состояний, не одухотворения. Они есть как бы состояние, может быть, души есть вниз, то и в рост. То есть 8 как бы ипостасий, что ли, да, вот это вот ярости там или наоборот, такой поникшести. То есть с ними надо уметь играть, потому что есть еще такое, все-таки я, по сути, я не казак, да, там его, я скоморох, по сути, но это намного тяжелее быть, потому что это надо быть постоянно, ну нет, у меня не должно быть, по идее, у скомороха зацепки за что-то, то есть надо мне быть в этот момент таким, я такой, могу подурачиться, надо быть мне там жестким, я могу быть жестким, надо быть мягким. Но мне в свое время один друг, Катя, на мной говорил, он говорит, стезя очень такая. Очень опасно. И все цари, короли, да, уважали скоморохов, этих всех, кто там, да? Их уважали скоморохи в свое время, вот опять, как дед говорил, да,
тончайшей форме уничтожали. Даже скоморохи, они придумали карту дурака, игру дурака. Она очень крутая, она круче, чем этот. Шахмат. Не шахмат. Как я забыл, называется? Таро, Таро. Она круче, чем Таро, потому что дурака раскладывает вообще всю жизнь. Таро, ну это я подразумевал, как бы, все есть игра. И Таро это тоже в игровой форме, да, раскладывают про жизнь, как бы гадание. Но именно были же четыре, ну, получается, ну как, есть там есть четыре мастера скоморохов. То есть, кто могли заговорить, кто могли, ну, там, с помощью песни что-то сделать, или с помощью каких-то там всяких показательных, каких-то, ну, таких забав. Ну, и, соответственно, ну... Просто они убрали. Было 56, а было 60 да. с лишним карт. Они убрали вольтов, не вольтов, сейчас скажу, этих принцев убрали. И рыцари. Там были рыцари просто. А оно ассоциация у нас получается с Западом. Они это убрали. В принципе, и одну червоную массу убрали. Четыре карты. Дарма, король, это тоже убрали. В принципе, чтобы урезать. Просто напросто. Раньше был полный, чтобы там раскладывать. Ну, много тоже штаб про это. Интересно. У нас получается все обрезанное. Мы знания усеченные, математика усеченная, физика, химия, медицина. Просто мы сейчас как обрезанные все. У нас, в принципе, ну трехмерки нас закрыли и все. А может быть это сделали специально, чтобы мы просыпались? Как бы для кому не надо, чтобы они не в курсе были, а кому надо, так и так. Просто много-много времени шло на закрытие, на знания. Они его сакрально делали, скрывали, понимаешь? Прятали. А сейчас время пришло, наоборот, его вытаскивают отовсюду, понимаешь? Просто. Тот же принцип, вот Борис Годунов, да, например, там этот, какой, Иван Грозный, у него библиотека, где? Ее спрятали, в принципе, да, для определенных людей. Как Ломоносов стоит тоже. А ее, в принципе, почти что можно сказать, да, она тоже должна быть там же, где, наверное, и Иван Грозного, в принципе, библиотека. Все молодцы, все вообще считали мысли мои, да, увидели. Но вот сейчас вот немножко отдохнули, да, теперь опять. Ручки наверх, до столбика, да, так, да, дотянулись. Опять поехали. Готовы? Потихонечку, 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 потихонечку. Не торопимся, не торопимся, не торопимся. Ниже. Нет, 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 вниз идем, вниз идем, вниз идем, вниз идем, вниз идем, спинка прямая, спинка прямая, спинка прямая. Выдохнуть. Поехали. Вверх. Классно, да? На руку на одну положили, в ногу вот так вот уперли, любую убираете. Одной рукой ручку распрямили на кисти. Поднимаем до этой руки. Этой рукой начинаем сдавливать. И начинаем движение. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Прям прокачиваем. Левая, ну как, у кого какая? Одна на пицуху получается, да? А другая на трицепс. Надо прям кому-то сломать желание хочется, да? Это бревно в щепки. Поменяли ножку. Как это можно делать? Раз, два. Да. Все так же. Вниз. Поехали. Поднимаем вверх. Упор. И поехали. Раз. Два. Ты давишь? Ты давишь, да? Раз. Живот напрягли, как обычно, да? Все как, ну, как надо. Животик напряженный, спинка напряженная, все.
такое созерцательное такое упражнение. То есть мы наблюдаем своими ощущениями. Терпимо, Дарья? Классно. Зев пошел, вот хорошо. Так, теперь смотрите. Простите. Сейчас будет трудно. Взяли за бревно. Ну, надеюсь, получится. И поехали. Приподняли и начинаем крутить. Да. Девчата, у вас легче.